На Первом канале состоится премьера 8-серийного детективного сериала «Заключение», выход которого ожидается 14 июня. В центре сюжета сериала Вера Елагина. Она блестящий хирург, специализирующийся на плановой абдоминальной хирургии. Профессия научила ее быть решительной и жесткой, уметь прятать свои чувства. Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда идеально выглядит, но ее близкие и друзья не могут соответствовать ее завышенным требованиям. В итоге муж Веры ушел, она живет с дочерью-подростком. Однажды Вера узнает, что при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 16-летняя Зоя. В свое время Вера по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым, параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления. Тем временем тучи над самой Верой сгущаются, суд дает ей реальный срок – 4 года с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает ее сделку – отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится ее надзирателем. Главные роли в сериале исполнят Виктория Исакова, Дмитрий Куличков, Виталий Кищенко, Михаил Ширяев и другие. Премьера 8-серийного детективного сериала «Заключение» состоится 14 июня на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.